Финальные матчи спартакиады школьников по баскетболу прошли в Химках. Неделю юноши более чем из 30 химкинских школ боролись за звание лучших. Юный возраст участников не помешал показать красивую игру и настоящее противостояние. Упорную борьбу на паркете завершили награждением самых сильных. Первое место досталось команде из школы номер 21, вторую и третью строчку пьедестала заняли школу номер 26 и номер 4. Медали своим младшим коллегам вручили игроки молодежной команды баскетбольного клуба «Химки» Антон Алакин, Даниил Медянников и Владислав Одиноков.